200 градусов Цельсия, правильная температура, литой асфальт и бетонные смеси. Каждую ночь на улице Самары выходят бригады дорожных служб для проведения ямочного ремонта дорожного полотна. Вместе с ними специалисты технического контроля, которые проверяют качество работ. Технология данного ямочного ремонта подразумевает за собой подготовку ям, то есть это обрубку кромок, то есть удаление трещин по краям ям. Для того, чтобы смесь более качественно сцеплялась со старым покрытием. Уже спустя час после заливки автомобилисты могут проехать по отремонтированным участкам. По поручению главы администрации Самары работы по аварийно-ямочному ремонту стартовали раньше обычного, чтобы максимально быстро улучшить ситуацию после зимы. Особое внимание к качеству образцы асфальтобетонной смеси направляют в специальную лабораторию. Сегодня на этом участке дороги ведется карточный ремонт литым асфальтобетоном. Протяженность этого участка 600 метров. Участок улицы Советской Армии от Старозагоры до улицы Карла Маркса. За сегодняшнюю смену, то есть это 8-часовой рабочий день до утра, этот участок будет сделан. Работы по ремонту дорог ведутся по всему городу. В первую очередь бригады выезжают туда, где ситуация на дорогах наиболее критичная. Определить такие участки позволяет постоянный мониторинг, сигналы автолюбителей, предписания ГИБДД. Например, на прошлой неделе одним из крупных объектов стало Ракитовское шоссе. Теперь бригада ремонтирует улицу Советской Армии, одну из важнейших транспортных артерий города. За рулем я не очень давно, около полугода. Отношусь к ремонту дорог, конечно же, положительно. Некоторые неудобства. Если будут делать ночью, в общем-то. Главное, чтобы сделали хорошо, и чтобы не было ям и надолго хватило. На самом деле, Старозагора, меня очень устраивает дорога, как ее сделали пару лет назад, прям держится, мне кажется, что очень качественно. Аварийно-ямочный ремонт продолжится. На очереди участок Советской Армии до улицы Промышленности. В администрации напоминают, что ямочный ремонт – мера временная, и когда позволит погода, в Самаре начнутся работы по комплексному восстановлению дорожного полотна. Марианна Мирная, Станислав Левин. События.